Плюсы цифры очевидны. Качество без помех и ряби, простота в обращении, устойчивость сигнала и, конечно, цена. Преимущество уже успел оценить ряд регионов страны. Есть первая категория отключения, она прошла. Был пилотный проект, который прошел в Твери перед Новым годом. 15 апреля было отключено часть областей, которые, в частности, наши соседи. Липецкая область была отключена. 3 июня подходит как раз Тамбовская область. На территории области обеспечен устойчивый сигнал, что позволяет жителям даже самых глухих деревушек наконец-то смотреть полноценное ТВ. Проблемы прогнозируются только в 17 населенных пунктах, расположенных в низине и на лесных опушках Маршанского и Инжавинского районов. Там жителям предоставляются льготы на приобретение базового спутникового комплекта. Государство создало условия возможности приема качественного эфирного цифрового телевидения без абонентской платы. То есть, подчеркиваю, без абонентской платы. Отличие подхода в том, что не надо платить за право просмотра. Но при этом, естественно, билет в кинотеатр нужно купить за свои деньги. Не остаться без сигнала малообеспеченным жителям помогает государство. За компенсацией малоимущие семьи могут обратиться в местное учреждение социального обслуживания или МФЦ со справкой о доходах, чеком на уже купленную приставку и заявлением. Ветеранам и многодетным семьям также была оказана помощь. Кроме того, управлением соцзащиты в феврале был издан приказ о том, что все, кто находится на надомном социальном обслуживании, получат необходимую социальную поддержку. 3884 граждан на сегодняшний день уже подключили цифровые приставки, им уже их настроили. Настроить приставку вручную очень просто. К тому же свои услуги готовы предложить 2600 волонтеров области. Круглосуточную консультацию можно получить по номеру горячей линии. Специалисты советуют установить цифру уже сейчас, чтобы потом судорожно не бегать по магазинам. Чтобы аналог не огорошил вас белым шумом на экране, позаботьтесь о себе уже сегодня. Сделайте свое 3 июня будничным понедельником с качественным цифровым телевидением. Павел Юрасов, Николай Иванов, Олег Щербаков. Область новостей.